Так, добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы приехали в магазин, супермаркет. Посмотрим здесь, какое состояние сейчас. Там вообще хлеб есть, мука есть, макароны есть. А украинцам вот пофигу, они покупают только этой пиво, блядь. Это наш Mercedes-Benz. Это Kaufland. Kaufland – это немецкий магазин. Вот. А вот же возик еще много. Это обозначает еще овощи, все есть. Макароны, все есть. Тут стороны много, а этот стороны много. Меня верим, да? Я стрём, я не кидам, блин, мать. Вот мы заходим. Добро пожаловать. Вот все, овощи, все есть здесь. Потому что овощи никому не нужны. Люди сейчас покупают. Вот сейчас смотрите, мука здесь осталась или нет. Ну вот, это нехорошая мука. Вот для хлеба, для всяких вещей, вот мука нету. Это обозначает, что люди боятся. Вот овощи просто бесплатно стоят. Никто не покупает. Макароны вот. Смотрим. Сахар. Тоже вот они были вот так много. А сейчас уже мало осталось. Значит, в эту сторону ничего не пришло. Посмотрим дальше. Вот смотрите, макароны нету, пустой. Масла нету здесь, масло были здесь. Масло пустое вот. И посмотрим еще, что там. Где здесь макароны стоит вообще? Нету макарон. Вообще не осталось. Вот хлеба, нету хлеба, блин, сучки. Ой, бля. Третья мировая война. Только с вирусом. Где для программиста самые важные вещи еда, это что? Это чипс, конечно. Вот. О, с перцем еще. Иху! Болгарский. Чипсовая зона.
мощный шоколад. Это все энергии. Напитки. Энергичные напитки.